Станция Маяковская Петербургского метрополитена открыта 3 ноября 1967 года в составе участка Василеостровская, площадь Александра Невского. Название получила по улице Маяковского, одна из 10 станций закрытого типа. Маяковская – станция закрытого типа, горизонтальный лифт, глубокого сооружения, глубина приблизительно 51 метр. Подземный зал сооружен по проекту архитекторов Белинского, Бочарова, Михайлова, инженеров Эрганова, Фролова, Кананчук. Стены станции, представляющие собой красные стяги, имеют скошенные выступы возле дверей и облицованы смальтой интенсивного красного тона. В концах зала стены украшены портретами поэта, исполненными в мозаике в острой графической манере. Художник Могилевский, рядом с которыми нанесено название станции. Наклонный ход, выход со станции, содержащий 3 экскаватора, расположен в северном торце станции. В нижнем экскаваторном зале примерное освещение в виде В нижнем экскаваторном зале применено освещение в виде светящейся стены из молочного стекла. В коридоре к экскаваторам переход на меньший диаметр станционного тоннеля выполнен в виде ступенек. Вестибюль станции выполнен по проекту архитекторов Гецкина, Шуваловой и инженера Щукина и встроен в дом номер 71 по Невскому проспекту напротив улицы Маяковского.
Вход на станцию организован с двух фасадов здания, с Невского проспекта и с улицы Марата, на углу которой дом расположен. На обеих сторонах пиона вестибюля, перед входом в экскаваторный зал, находится художественная композиция, посвященная Маяковскому. Выколотка из меди скульптора Литовченко. На обеих сторонах пиона вестибюля перед входом в экскаваторный зал находится художественная композиция, посвященная Маяковскому. Станция является пересадочным узлом к поездам Кировско-Выборгской линии. Соединена со станцией Площадь Восстания тоннельным переходом, переход на Площадь Восстания и выход к Московскому вокзалу и малыми экскаваторами, подъем из центра зала Площади Восстания.